Добро пожаловать на наш канал Hardtrust Info. В данном видео я вам расскажу, как сделать сбор с предпочтений приложений на устройстве Samsung Tab S10+. Для этого зайдемте в меню приложений, выберем приложение настройки, то прокручивая вниз, выберем пункт приложение. И в правом верхнем углу будет такие три точки. Нажмем данные три точки, нажмем сброс настройки и нажмем сброс. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!